Приоритетные объекты благоустройства выберут жители, однако в этом году опрос пройдет не на портале «Живем на севере». Для голосования запущен новый сайт 89.городсреда.ру. Разобраться с новым порталом помогут волонтеры. Напомним, в настоящее время их штат набирается. В числе уже заявившихся добровольцы движения «Будущее Арктики», рассказал координатор проекта депутат Госдумы Владимир Пушкарев. Напомним, набор «Волонтерский корпус» стартовал 24 февраля. Уже заявились больше ста ямальцев. Желающие пополнить ряды добровольцев проекта по голосованию за объекты благоустройства могут обращаться в городской штаб волонтеров. Телефон 301 35.